Здравствуйте, дорогие наши зрители. Компания «Печной мир», город Иркутск, и Александр Кутузов. Сейчас мы вам расскажем. Вот сегодня мы затопили печку банную, да, то есть поставили сюда литье Везувий. Покрашено заводской краской. При первой затопке, посмотрите, что происходит. Краска начинает минерализоваться и обгорать. То есть идет такой густой синий дым, ужасно вонючий и ядовитый. Значит, чтобы у заказчиков не было вопросов, можно показывать им это видео. Это нормальное явление, естественный процесс. Это будет продолжаться в течение часа. Час-полтора краска будет минерализоваться. Слой достаточно толстый. Они, видимо, когда красят, еще грунтуют предварительно дверку. То есть это еще и грунт выгорает из-под краски. То есть поэтому дым такой сизый. Краска церта, скорее всего. То есть, и когда толстый слой, вот это вот происходит в течение часа-полутора. То есть, как бы, ну, процесс естественный, и, в общем-то, на всех печках вот так происходит всегда. Даже каминные дверки, и даже французских фирм, итальянских фирм, то есть, как бы, они тоже, когда их разогреваешь до температуры выше 250-300 градусов, они тоже дымят. Ну, поэтому, когда готовите печку к сдаче, всегда лучше это делать без заказчиков, чтобы вот сопли, слюни, слезы, то есть, как бы, прошли в штатном рабочем режиме. И когда приедут на завтра заказчики, допустим, чтобы вот этой процедуры уже не было, тогда будет, ну, то есть, не будет лишних вопросов со стороны заказчиков, а почему так? Значит, дверки литья Везувий крашеные с двух сторон. Смотрите, если я открою ее, вот прямо от дверки, видите, идет дым. То есть внутренняя часть дверки покрашенная тоже, она обгорает вот прямо от дверки, видите, дым идет. То есть это не печка дымит. Тяга хорошая. Тяга, видите, пламя лежит. Прямо лежит. Это коптит дверка. То есть краска минерализуется и обгорает. То есть дымит. Пахнет ужасно, конечно. Ну, процесс штатный, рабочий режим. Пугаться этого не стоит. Это только при первой затопке. Час-полтора. То есть, а потом это перестает быть и уже не пахнет ничего. Все хорошо, и краска держится нормально. Значит, для ухода за дверками, потом, когда вот такие пятнышки появятся после обгорания, нужно взять спонжик, капнуть на него растительного масла. Ну, лучше оливкового или горчичного. И так растереть, и дверка становится прям блестящей, как будто лаком покрытая. Черная, глубокого черного, красивого цвета. То есть уход за дверок простой, за дверками простой. Спонжик с растительным маслом, лучше оливковое или горчичное. И протираем, ну, раз в 3-2 недели. То есть по мере того, как она начинает тускнеть. То есть после покрытия маслом она становится прямо блестящей, как будто лаком покрытая. И вкусно пахнет. Спасибо за внимание. Кутузов Александр, компания «Печной мир», город Иркутск.